Приветствую вас и предлагаю такой взгляд на вашу проблему и, соответственно, решение этой самой проблемы. Во-первых, вопрос к вам, который кажется очень важным, это были ли вы когда-нибудь замужем, был ли у вас мужчина, был ли у вас муж, есть ли у вас опыт именно семейной жизни. Потому что вы пишете, что вы много лет одна, но непонятно при этом, были ли вы когда-то не одна. Если у вас никогда не было вообще длительных отношений, и никогда не было семьи, никогда не было брака, то в таком случае, конечно, нужно причину этого искать в вашем, вашем детстве, в отношениях с родителями. Возможно, имеется также страх замужества и так далее. Если все-таки какая-то семья у вас была в течение какого-то времени, то значит был и развод тоже. И если был развод, то это очень травмирующее обстоятельство в жизни любого человека. Ну, а для женщины это вдвойне травмирующая ситуация. И, возможно, вы не до конца пережили этот самый развод, возможно, вы до сих пор переживаете его. Возможно, у вас остались какие-то невыраженные обиды, а возможно, имеются и даже сравнительные элементы, то есть вы сравниваете всех ухажеров своих с тем мужчиной, с которым у вас были самые длительные отношения. Тогда психотравмирующие отношения нужно пережить до конца. Их нужно, условно говоря, отпустить. И вот тогда уже, когда и если вы это сделаете, у вас получится начать, по крайней мере, незамутненным взглядом смотреть на мужчин, которые вас окружают. Дальше. Следующий важный момент. Это момент, что вас что-то раздражает в тех, кто вас окружает. Понимаете, не бывает идеальных мужчин. И людей вообще идеальных не бывает. В каждом из нас есть какие-то недостатки. И если вас раздражает что-то в мужчинах, то также вас раздражает что-то в себе. Если вам нет возможности принять другого таким, какой он есть, со всеми недостатками его, то значит, скорее всего, вы и себя со всеми недостатками также не принимаете. И нужно работать в первую очередь над тем, чтобы принять себя саму. Чтобы принять себя такой, какая вы есть. И сделав это, изменив отношение к своим недостаткам, вы сможете более легко
принимают недостатки других людей. Пожалуй, можно сказать еще и так, что при наличии принятия вас себя может не быть принятия других. В таком случае имеется страх. То есть раздражение есть тревожность. Тревожность есть попытка придерживаться привычных моделей поведения в изменившихся условиях. То есть окружающие обстоятельства изменились, они стали другими, а мы по-прежнему пытаемся продвигать ту же самую модель поведения, что и до этого. Если так, то нужно понять, что изменилось, что стало другим, и поменяться самой вам. То есть адекватно отреагировать на меняющиеся условия жизни. Тогда тревожность уйдет, раздражение тоже, и вы сможете выстраивать отношения. Дальше можно говорить о том, что раздражение ваше от мужчин спровоцировано какими-то ассоциациями. То есть где-то, когда-то подобные качества других людей привели к каким-то негативным последствиям для вас. Нужно эту ассоциативную цепочку разбить, и тогда у вас появится возможность не испытывать этого самого раздражения. Также вполне вероятно, что вам нужно для себя как можно более четко представлять, что вы можете дать мужчине как женщина, и что мужчина может дать вам как мужчина. Вам необходимо проработать свою модель женского поведения. И стать той, кем вы хотите себя видеть. То есть привнести свои поступки, свое поведение, такие изменения, которые бы отражали вашу сущность в большей степени. И также представление о том, как должна себя вести, по вашему мнению, женщина. С поправкой на то, что хочет ваш мужчина, который вам нравится. То есть поведение нужно немножечко корректировать в зависимости от желания мужчин. Следующий важный элемент. Для чего вам семья? Крепкая, дружная, как вы говорите, семья. Что она, по вашему мнению, должна вам дать? Это самая семья. И вы в этом нуждаетесь, в том, что она вам должна дать. И нуждаясь в этом, вы, по сути дела, используете мужчин как средство для достижения своих целей. Это неправильно, потому что никому не понравится, когда его используют как средство. И то, что вы хотели бы получить от своей семьи, те качественные изменения, которые, по вашему мнению, должны произойти, если у вас появится семья,
вам необходимо притворить в жизнь уже сейчас. Так, чтобы быть независимой по отношению к мужчине и не использовать его как средство. Вот это ключевые моменты, на которые вам нужно обратить свое внимание для улучшения атмосферы, прочности, качества своих отношений с мужчинами. Если какие-то моменты вы захотите проработать, то прошу вас в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!